области для того, чтобы область смогла закрыть дыры, погасив срочные текущие долги коммерческим банкам по ранее выданным кредитам. То есть на проценты банкирам частным, да, да. Выданы государственные деньги. Да. Ну, на этом удовлетворительные новости заканчиваются. Негатив и в определенной степени даже где-то бессовестность и безнравственность такого договора заключается в следующем. В исполнении этого соглашения законодательное собрание приняло закон об изменении бюджета на 2016-2017 годы. В соответствии с этими изменениями существенно сокращено финансирование области. Сокращено с 9,7 миллиарда рублей на сегодняшний год до 7 миллиардов рублей к 2017 году, что подпадает у нас под сокращение. Во-первых, очень много пострадало федеральных целевых программ. В частности, до нуля сокращено финансирование программы расселения аварийного и ветхого жилья со 186 миллионов. То есть все, никого это, не будут расселять. Это настолько забудьте. Возмутительно, потому что на каждой встрече, а мы провели их уже полтора сотни, на каждой встрече есть постоянно люди, которые до глубины души возмущены той жилищной проблемой, с которой они столкнулись, теми условиями, в которых они живут.